Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Sosok mari tepuk tangan sama-sama. Saudara mau melompat, silakan lompat buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu indah, sama-sama yuk. Setiap langkahku sungguh Engkau baik. Saya mau ajak sosok angkat tangan, yuk nari sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Wow. Engkau baik. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan katakan lagi, Engkau baik, teramat baik. Menyembahku, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia. Boleh sama-sama melangkah yuk. Di dalam yang langkahku. Angkat jempol saudara. Engkau baik. Sekarang jempolnya di depan. Ikuti gerakan saya ya sama-sama. Engkau baik. Satu, angkat jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Hey, hey, hey. Sekarang biar musik saja. Semua tangan di atas. Ayo menari sama-sama. Boleh teriak lebih lagi, Jesus. Sekarang lompat sama-sama. Yesus baik, teramat baik. Bisa lompatnya lebih tinggi buat Tuhan, saudara. Yesus baik, sekali lagi, sekali lagi tanpa musik, saudara sendiri. Yesus baik, teramat baik. Bolehkah sampai belakang mengangkat jempol buat Yesus Tuhan? Siapa lompat lebih tinggi lagi, sosok? Ayo, Yesus baik. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa kasih Tuhan sedang melanda sosok, amin. Saudara banyak yang percaya kebaikan Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah kita. Maukah saudara jadi saksi untuk kanan-kiri saudara, mau? Coba berhadap-hadapan sebentar. Angkat jempolnya. Kakinya maju satu. Lu ngomong sama dia, Yesus baik. Ayo. Yesus baik. Menarilah, nyanyikan kebaikannya. Cari yang lain saudara. Yesus baik. Betapa kebaikan pula yang menarik kami di sini Tuhan. Kami mau melompat, menari.
Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил для вас сегодня пастор Ника Ньохарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, направит нас и даст нам мир. Отец, мы находимся на ежемесячной молитве сотрудников. Ты с нами на этом месте, о Господь. Мы можем хвалить Тебя и поклоняться Тебе, молиться к Тебе, Господи. И Ты будешь говорить к нам. Отец, пожалуйста, проговори к нам. Мы готовы слушать Тебя. Используй уста своего слуги, Господь, чтобы передать все то, что у Тебя на сердце. Отец, спасибо Тебе за все. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Восплещем Господу вместе. Аллилуйя! Аллилуйя, церковь! Аллилуйя! Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Кто из вас ученик Иисуса? Если это вы, откликнитесь. Хорошо. В первом послании Иоанна, 2 главе, говорится. Давайте вместе прочитаем это место. Готовы? 1, 2, 3. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Не слышу вас. Почему вам так трудно сказать на это «аминь»? Это же естественно. Как только вы заявили о себе, что вы ученик Иисуса, вы должны знать, что должны поступать, как Он поступал. И вот я прошу вас сказать на это «аминь». Но вам почему-то это дается с трудом, возлюбленные. Кто из вас верит, что вы живете так, как жил Христос? Я хочу видеть ваши руки. Почему никто не поднимает рук? Если вы не поднимаете руку, то, может, вас и не должно быть на этом месте? Итак, вы живете так, как жил Иисус на земле, да? Нет. Но вы стараетесь жить так, как жил Иисус. Воздайте Господу Иисусу большие аплодисменты. Аллилуйя! Прославим Его церковь. Аллилуйя! Те, кто живут так, как жил Христос, безусловно, будут все больше и больше преображаться в Его образ. Поэтому, возлюбленные, наша цель, как христиан, преобразиться в образ Христа. А вот каким должен быть ученик Иисуса? И это важно. Послушайте, это важно. Я чувствую в своем сердце побуждение говорить с вами сегодня об этом. Это крайне важно понять. Быть христианином не означает просто, что вы молитесь, ходите в церковь, приносите ваши десятины. Но в чем же состоит наша с вами цель? Что вы должны делать, знаете или нет? Если хотите участвовать в вознесении церкви, нужно говорить об этом. Вы не должны попасть на удочку лжеучителей, которые распространяются сейчас с бешеной скоростью. Мы должны спасти всех христиан, чтобы Бог вознес их вместе с церковью. Итак, возлюбленные, я уже упомянул, что христиане должны преображаться в образ Иисуса Христа. Давайте с вами читать Римлянам 8 главу 29 стих. Мы прочитаем это место вслух. 1, 2, 3. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Аминь. Кто из вас верит, что мы избранные Божии? Возлюбленные, послушайте меня сейчас очень внимательно. Последнее время я часто говорю об этом, потому что это действительно очень важно. Мы избраны Богом. Я уверяю вас, мы в глазах Иисуса особенные. Мы были избраны Богом еще когда были в чреве Матери и даже до сотворения мира. Вот насколько драгоценны мы с вами в глазах Иисуса. Поэтому прославьте Его сейчас. Если мы будем помнить, то я верю, что мы не будем относиться халатно к собственной жизни.
мы будем помнить: «Я избран Богом». Да, ты избран Богом, поэтому ты будешь говорить «нет» всему, что является злом. Скажите на это «аминь». Возлюбленные, как Божьи избранные, мы были предопределены для того, чтобы преобразиться в образ самого Христа. Поэтому цель христианина — преобразиться в образ Иисуса. Вот что значит быть учеником самого Иисуса. Воздайте Господу большие аплодисменты. Из чего состоит процесс преображения в образ Иисуса? Об этом написано в 30 стихе. Давайте для начала прочитаем с вами вместе, что пишется в 30 стихе 8 главы Римлянам. 1, 2, 3. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Скажите «аминь» на это. Мы с вами избраны самим Богом. Мы призваны. Я верю, что поскольку мы с вами народ избранный, мы обязательно услышим Божий призыв. Так как мы избраны Богом, мы услышим Его призыв. И каков ваш ответ? Вспомните ваше решение. Вы ответили Богу «да» на Его призыв. Какими тогда были ваши обстоятельства? У вас все было хорошо? У большинства людей в жизни все было не так хорошо, включая и меня. Но поскольку мы избранные Божии, мы услышали Его призыв. И таким образом мы уверовали в Иисуса Христа, покаялись и родились свыше. Аминь. Мы входим в первую часть процесса. Это оправдание. Мы получаем от Бога оправдание. Это начало процесса. Но послушайте, возлюбленные, на оправдание этот процесс не заканчивается. Процесс не заканчивается, когда мы получаем новое рождение. После этого происходит продолжение, процесс освящения. Всю нашу жизнь мы продолжаем получать освящение Святым Духом и Словом Божиим. Мы будем продолжать освящаться с помощью самых разных процессов. И в чем цель этого? Для чего мы освящаемся? Вы должны точно знать ответ на этот вопрос. Для того, чтобы нам преображаться в образ Иисуса. И после этого те, кто преобразился в образ Иисуса, переходят на следующий уровень, переходят к процессу прославления. Они будут прославлены при вознесении Церкви. Я хочу вам сказать, что пока мы с вами. Проходим этот процесс, мы можем упасть даже в грех. Просто скажите «аминь» на это. Не нужно притворяться, что с вами такое никогда не происходило. Аминь? Бывало такое, да? Но вам не нужно оставаться при этом во грехе, возлюбленные. Вы должны прийти к Богу и попросить Его простить вас. О да, за это стоит воздать большую славу Богу, ведь Он верен и праведен. А теперь воспоем Ему.
menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Возлюбленные, поднимем наши руки к небу, возвращайтесь в свои дома с Божьим благословением. Пусть обильная благодать от Бога Отца во имя Его Единородного Сына Иисуса Христа и сладостное общение с Духом Святым пребудет со всеми вами с этого дня и до прихода Иисуса на облаках во славе и во веки веков. Если ты веришь в это, скажи «Аминь». Я Иисус спасает. Я Иисус спасает. Я Иисус спасает. И я пойду бывает сая. Я Jesus by, yeah, Jesus by, amen, yeah, Jesus by, yeah, by, buat, perbuatannya besar. Berdiri, mari bangkit berdiri yang percaya katakan perbuatannya besar sambil tepuk tangan perbuatannya besar oh ya perbuatannya besar pujilah lagi haleluya perbuatan besar perbuatannya besar perbuatannya besar pujilah nyanyi bersorak Аллилуйя! Мы с вами славили, поклонялись и вместе слушали Слово Божие. В знак нашей благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа, давайте жить святой и угодной Богу жизнью. Это будет радовать сердце нашего Бога.
sekali lagi. Ayo katakan lagi. Come on. Yo. Shalala. Semua boleh menari. Hey. Shalala. Shalala. Seperti obat hati yang senang. Boleh tangan di atas yuk. Tapi hati masih ingat syalala. Sambil bergerak ke kanan kiri. Ayo sama-sama syalala. Come on. Syalala. Semua tangan di atas yo. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira. Boleh sambil melompat senang. Yang patah keringkan tulang hati mari syalala lagi tangan di atas semua berputar lari ikuti kami sama-sama come on syalala. Ini serara dengar dia panggil nama saya dengar dia panggil namamu dengar dia panggil nama saya juga dia panggil namamu sekali lagi kita sama-sama dengar dia panggil nama saya juga dia panggil namamu ku jawab ya. Semua angkat tangannya yo. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekarang sambil jawab maju saudara. Ku jawab ya. Mundur lagi. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, sha-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la. Semua yo, bersuka cita. Sha-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la. Sorak-sorai dong, yang paling meriah bagi Tuhan. Kasih tahu kanan kiri saudara ada sukacita Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin saudara. Katakan amin. Masih bisa angkat tangan sekali lagi? Masih bisa berputar sama-sama sekali lagi? Ayo sama-sama sya la la sya la 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 sya la la sya la 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 sya sekali lagi la 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 la, la. Oh lagi yo sha la la sha la la thank you Lord sha la la 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 la
sorai yang paling meriah bagi Tuhan.